В этой теперь уже обновленной лаборатории на базе ОМК занимаются студенты Староскольского филиала Московского института стали и сплавов. И это прекрасный пример, когда наука и производство работают сообща. Сейчас перед профобразованием региона стоит важная задача – максимально приблизить процесс обучения к процессу производственному. А эта лаборатория – кузница кадров будущих металлургов. Как еще, если не на практике, погрузиться в технологические нюансы комбината? Создание данной лаборатории позволило, первое, значит, наши основные образовательные программы, которые мы реализуем в институте, сделать, скажем так, практикоориентированными. Второе, наши студенты имеют сразу практический опыт, они приходят, они видят плавку, они могут посмотреть, как в действительности происходит, то есть не на картинках, а в реальности посмотреть, как осуществляется плавка металла. Вот уже 20 лет фонд поколения помогает Староскольскому технологическому институту. За эти годы в развитие материальной базы учебного заведения было вложено около 100 миллионов рублей. Строительство физкультурного комплекса, закупка спортивного оборудования, оснащение общежития. И это лишь малая часть. Теперь, благодаря фонду, в учебной лаборатории появился вакуумный затвор – устройство, которое регулирует поток газа в вакуумных системах. Стоимость этой небольшой детали – 600 тысяч рублей. Мы сегодня приобрели вот это оборудование, которое позволяет комбинировать различные марки стали, для того, чтобы эти марки потом шли в производство, в активную, так сказать, его промышленное производство. Вот. Понятно, что это очень дорогостоящие проекты, и, конечно, учебным заведениям, даже высшим учебным заведениям, достаточно сложно приобрести такое оборудование. И фонд поколения, конечно, поддерживает подобные начинания, и для нас крайне важно, что сегодня мы видим реальный результат. Плавка в печи лаборатории идет под вакуумом, а чем он сильнее, тем больше возможностей для выработки различных марок стали. Это касается, в частности, черных металлов. В процессе плавки многие элементы сгорают, но благодаря вакууму теперь сохраняются. Старый затвор не обеспечивал необходимую глубину. Модернизация печи и замена вакуума на более мощный существенно расширит спектр научных исследований. Нелли Иванова, Евгений Игнатов. Такой день на Мире Белогорья.